Я и моя жена Рэйчел ведем церковь здесь в Тричи с 2008 года. Мы не работаем полное время для церкви. Мы неоплачиваемые служители. У меня горнодобывающая компания, и я провожу 60 часов в неделю, работая здесь. У меня примерно 40 человек в подчинении, но, несмотря на это, Бог дает нам время, чтобы строить церковь в нашем городе. И особенно удивительна работа Бога в нашей студенческой группе. В 2012 году у нас был всего один студент. Потом я изучал Библию со студентом по имени Прашат. И с тех пор Бог работал через студентов, благословил и умножил эту группу невероятным образом. Я так благодарен, что он изучал Библию со мной. После того, как я стал христианином, я очень хотел рассказать всем о благой вести. Я помню, как однажды делился верой студенту по имени Артур, когда тот пил чай. Я так благодарен, что Прашат проповедовал мне и делился Евангелием. Когда я стал христианином, мне захотелось поделиться верой кому-нибудь еще. Я помню день, когда начал изучать Библию со студентом по имени Дипак. Я благодарен, что Артур изучал Библию со мной. Сейчас я христианин уже 3 года, и я помню, как однажды я познакомился со студентом по имени Остин, когда приглашал людей послужить в детском доме вместе с волонтерами из церкви. Я благодарен, что Дипак поделился верой со мной. Я христианин уже 1 год. Я с нетерпением жду дня, когда также встречу кого-нибудь, кто сможет присоединиться к нашей семье. Это удивительно, что Бог сделал за последние 6 лет. Имея лишь одного студента в самом начале, сейчас в группе студентов крестилось более 37 человек. Многие из них проходят стажировку для работы для церкви в нескольких городах по всей Индии. Я благодарен Богу, что хотя я никогда не обучался для служения в группе студентов, Бог благословил наши молитвы и приумножил свою невероятную церковь.